наручники золотые. Мавручанка стала лучшей среди врачей области. Больше всего я люблю, конечно, работать в операционной, перевязочной. Почему к хирургу выстраиваются очереди? Молоко по цене слитков. Задержан гендиректор бабушкиной крынки. Комитет государственной безопасности проводит мероприятия по выявлению всех участников коррупционной схемы. Сколько миллионов долларов прошло через левые каналы? Купляйте белорусское. В стране с каждым днем увеличивается количество отечественных товаров на полках. А чаще всего покупают овощи, молоко, сметану, хлеб. Каких показателей уже достигли? А также темпы роста, рейтинг авиалиний и стиль милитари. Минобороны ведет новые элементы формы для женщин-военнослужащих. Что планируют добавить? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Тренд на отечественное. Республика бьет всевозможные рекорды по росту объемов товаров. На 25 миллиардов рублей за 9 месяцев продано продуктов питания и напитков, 19 – продукции белорусского производства. Часть в общем обороте у отметки в 78%. С начала года этот показатель постоянно увеличивается. Также продолжает действовать специальная скидка на социально значимые товары для многодетных и пенсионеров. Социальную скидку могут получить пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды Великой Отечественной войны. А чаще всего покупают овощи, молоко, сметану, хлеб. Это особо самый покупаемый товар. Активно продолжаются импортозамещения. Самые успешные показатели в продовольственной сфере. Цифры экспорта также стабильны. За прошлый год продажи продуктов питания принесли стране свыше 8 миллиардов долларов. Выручка этого года прогнозируется на том же уровне. Покупатели более 100 стран. Сейчас идет продвижение белорусских брендов на рынке Африки и Азии. Молочное отдело. Задержан гендиректор бабушкиной крынки. Геннадия Скитова взяли с поличным при получении взятки в особо крупном размере. Одновременно задержаны представители коммерческих структур, которые реализовали преступную схему по сокрытию от налогообложения на счетах подконтрольных им зарубежных компаний собственной прибыли. Размер доходов таким образом, по предварительным оценкам, не менее 10 миллионов рублей в год. О ходе и результатах проделанной работы доложено главе государства. Им даны конкретные поручения. И в настоящее время Комитет государственной безопасности проводит мероприятия по выявлению всех участников коррупционной схемы. Возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток, уклонения от уплаты налогов в отношении 26 должностных лиц коммерческих и государственных фирм. Кроме бабушкиной крынки фигурируют предприятия Витебской и Гомельской областей. Через левые схемы прошли как минимум 500 миллионов долларов. Армейская мода, первые заморозки и краткосрочные неполадки. Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 20 ноября. В чем причина? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На 3,5% увеличился ВВП за 9 месяцев 2023-го. Способствует этому сохранение восстановительной динамики в основных отраслях. Положительный вклад внесли все регионы страны. Драйвером остается Минская область. Прирост наблюдается и в доходах населения более чем на 5%. Минобороны введет новые элементы формы. В планах разработка модели женского военного платья, тактических рубашек, флисовых курток. Первые образцы уже поступили в войска для тестирования. В будущем они могут присоединиться к основному гардеробу военнослужащих. Новинки продемонстрируют на параде войск Минского гарнизона. Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 20 ноября. По информации процессингового центра, в этот день планируются технологические работы на сетевом оборудовании. С 3:00 до 6 утра возможны кратковременные перерывы в обслуживании кредиток, а также в пунктах выдачи наличных и банкоматах. Более 2 миллионов пассажиров обслужил национальный аэропорт Минск с января по октябрь этого года. Темп роста по отношению к аналогичному периоду 2022-го 124,8%. Количество обслуженных самолетов-вылетов свыше 9500. Это превышает показатель 10 месяцев работы прошлого года. В Беларуси 16 ноября ожидается снижение температуры до минус 3 градусов. На большей части республики прогнозируются дожди, переходящие в снег. Также возможен туман и гололед. На некоторых участках дорог гололедится. Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость и избегать обгонов и резких торможений. В ногу со временем. С 2024-го белорусским автовладельцам будут выдаваться электронные разрешения на участие в дорожном движении.
Это связано с переходом на диджитал-формат. Сейчас ведется доработка программного обеспечения. Тестовый запуск запланирован на январь. Поначалу бумажные носители будут ходить наравне с цифровыми. Кстати, записаться на ТО теперь можно, не выходя из дома. Белтехосмотр разработал специальное мобильное приложение. Мы столкнулись в 2021 году с существенным наплывом автовладельцев на диагностические станции. И уже на тот момент для удобства автовладельцев начали вводить такую услугу, как предварительная запись на гостехосмотр. Одновременно у нас есть обратная связь от автовладельцев, то, что им бы хотелось контролировать, опять же, срок действия разрешения, которое они получили на свое транспортное средство. С помощью приложения каждый пользователь может запланировать прохождение гостехосмотра в удобный день и удобное время, оплатить услуги и административные процедуры. По всей стране для автовладельцев доступны 233 диагностические станции. Будьте здоровы! Бобруйчанка победила в конкурсе «Лучший будущий руководитель среди врачей области». Анна Александрович работает хирургом в первой поликлинике и своей жизни без медицины не представляет. О рецепте счастья от доктора Юлия Вернер. Здравствуйте. Вот меня беспокоит родинка. Хотела бы ее удалить. Как давно она у вас появилась? Очень давно. С профессией Анна Александрович твердо определилась еще в детстве. В 2019-м окончила Витебский медуниверситет. Выбор сделала в пользу хирургии. Диагностика, лечение и консультации. Все для того, чтобы здоровым был абсолютно каждый пациент. В работе, отмечает доктор, лучшая награда, когда человек идет на поправку. Моя работа – это работа непосредственно с пациентами, достаточно большим количеством пациентов, с пациентами разного возраста, с разной патологией и... Больше всего я люблю, конечно, работать в операционной, перевязочной, именно работа руками, именно хирургическое такое ремесло. На днях Анна Александровна победила в медицинском конкурсе, прославила Бобруйск на уровне Могилевской области. Врач представила видеопрезентацию «Мое учреждение. Прошлое, настоящее, будущее» и не прогадала. Стала лучшей среди 30 представителей системы здравоохранения. С Анной Александровной мы работаем уже 5-й год. Она умеет найти ключик каждому человеку, вот каждому пациенту, то есть несмотря на все особенности, то есть болезни, особенности характера человека. Благодаря моей команде, благодаря тем людям, которые были рядом, которые помогали мне готовиться, поддерживали. Ну, мы достигли больших результатов. В первой поликлинике Анна Александрович зарекомендовала себя буквально с самого начала. Благодаря стараниям, профессионализму и трепетному отношению к каждому пациенту, к молодому хирургу выстраиваются очереди. Благодарность в адрес медика стала делом привычным. Для специалиста это обратная связь, которая позволяет находить силы и вдохновение для нового рабочего дня. Очень внимательный доктор, хороший. Хорошо беседуют с пациентами. Я поэтому к ней и пришла, хотя была у другого доктора. Она зацепила меня добротой, своей внимательностью. Останавливаться на достигнутом врач не собирается. Планирует поступать в Академию управления при президенте, а также повысить уровень своего профессионализма по хирургическому профилю. Судя по тому примеру, который сейчас подает медработник, звание «Лучший будущий руководитель» в скором времени может стать реальностью. Юлия Вернер, Елизавета Житкова, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Объединяя поколения, в Бобруйске пройдет церковно-общественный форум. К участию приглашаются представители исполнительной власти, педагоги, специалисты учреждений культуры, военнослужащие, учащиеся молодежь и духовенство. Темы региональных образовательных чтений, православие и отечественная культура. Это такой вот объединяющий форум, который дает возможность людям разных профессий найти точки соприкосновения и понять, в чем же заключается совместная работа в сохранении православных культурных ценностей, которые основаны на традициях белорусского народа. Кроме пленарного заседания будут работать тематические площадки. Местом проведения станет областной театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича. Сразу после нас сирена, а моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите! Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!